полное снаряжение купил, ну, был новичок, такое снаряжение, так сказать, даже не был, который именно важный, даже все там по детским вариантам, ну, сделал, ну, вышел. Все ржали от меня, знаешь, ты ни хрена не поедешь, все, отсел в Дагестан пройдешь и домой. Говорю, ребята, я поеду, короче. Первый день, именно мои испытания были первые 3 дня. Такой ветер попал первый день. И багажник сломался первый день у меня. Я вообще в шоке. Куда, блин, первый день? Все, и колесо там пробил. Все, блин, куда, блин, не мое, блин, уже все. Истерика поднялся. Блин, не знаю, я поеду или нет. Нет, блин, я уже стартовал, блин. Я вернусь, значит, по жизни я буду трусом. Все. Ну, починил там, сварил там, сделал и погнал именно. Доехал до столицы именно. Все, там тоже ребятам встретились и... Покинул границу, все, начался именно то история именно. Неделя дождей именно. Не знаю, вот здесь эти фотки есть или нет. Первые дни именно. Это так показано.